взяли вторым этажом. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» в рамках чемпионата страны по футболу разгромил на домашнем стадионе талдыкорганский «ЖТСУ» со счетом 3-0. Два мяча на свой счет записал Мехрет Топчагич, и еще один гол забил Никола Василевич. Примечательно, что все голы горняки забили головой. Куатшан Шарбаев подробнее. В этот вечер стадион «Шахтер» посетили 3500 болельщиков. Футболисты не стали долго томить ожиданием голов и открыли счет уже на 4-й минуте. После передачи Гедимину Савичуса рослый защитник Никола Василевич открыл счет метким ударом головы. Спустя менее 12 минут на меткий пас в исполнении Станислава Лунина откликнулся Мехрет Топчагич 2-0. После двух пропущенных мячей талдыкурганцы пошли вперед и имели шанс сравнять счет, но защита и вратарь «Шахтера» в этот вечер грубых ошибок не совершали. Под занавес первого тайма с подачи все того же Гедимина Савичуса отличился все тот же Мехрет Топчагич 3-0. А как выяснилось позже, этот гол стал последним в игре. Во втором тайме хорошую возможность увеличить счет упустил Улан Конысбаев. Также моменты создавали и гости поля, но воплотить их в гол талдыкурганцам не удалось. Очень важных 3 очка взяли сейчас в концовке второго круга. Каждые очки, они как золотые. И мы максимально приблизились к тому минимуму, который нужен для попадания в шестерку. Хотелось бы эту задачу выполнить вот именно в этом месяце, в июне, чтобы мы в июле спокойно стартовали, не оглядываясь назад, без каких-то напряжений в Лиге Европы. Вроде так претензий к ребятам нет по игре, но провал обороны. Ну и немножко неагрессивно играли впереди. К сожалению, я считаю, что сегодняшняя победа «Шахтера» она заслуженная, чем я и поздравляю вас. После этой победы горняки приблизились к Актобе, но также остались на второй строчке турнирной таблицы. Следующая домашняя игра состоится в ближайшую среду. Команда Виктора Кумукова примет на своем поле Ордо-Басы. Куатшан Шарбаев, Жанайдар Рахимжанов, Бауржан Ермагамбетов, 5-й канал.